Всем привет, с вами Влад, мы находимся в компании Upstage. У нас сегодня очень интересная машинка, это Jaguar XE 25T с 2-литровым турбированным мотором, 240 лошадиных сил в стоке. Работали с ней по программе Stage 2, перепрошивкам, сделали downpipe, удалили катализатор, и также клиент захотел, чтобы мы настроили ему выхлоп, мы ему проверили полностью весь выхлоп. У нас в стоке машина показала 241 лошадиные силы и 355 крутящего момента. Это практически заводские показатели. Мы ее настроили, удалили катализатор, и у нас на стенде получилось 304 лошадиных силы и 463 нома. Показатели очень неплохие для данной доработки, поэтому всем, кому интересно, можете к нам приезжать. С удовольствием вам поможем с настройкой данного автомобиля. Yeah, I know you dog, you do wrong, need some backup. You don't get a pass, make us mad, you get smacked up. Act up, I stick to the facts, then I rack up. You ain't got a chance, see my face.